Очередная партия труб готовится к укладке под землю. Более 8 километров по территории Чувашии уже проложено. Всего 21 километр газопровода даст доступ к голубому топливу 6 населенным пунктам в Заволжье. Основную магистраль, которая тянется из Мариэл в Чувашию, прокладывает «Газпром» за счет собственных инвестиций. Ответвление же до населенных пунктов обеспечивает республика. С «Газпромом», с населением проводили общественное обсуждение, публичные слушания. В принципе, проекты готовы, находятся на экспертизе. На один проект мы экспертизу уже получили в Октябрьском. А даже на два мы получили уже экспертизу. В бюджете сейчас на два населенных пункта средства предусмотрены. На внутрипоселковую сеть в этом и 2021 годах направят 154 миллиона рублей. Довести газ планируют до поселков Северный, Пролетарский, Первомайский, Октябрьский и Сосновка. Голубое топливо подведут и к базе отдыха «Росинка», санаторию «Чувашия» и дому отдыха «Кувшинский». Производство работ на этот год, что запланировано? Трубу мы заканчиваем, да? Да, мы в этом году планируем закончить технологическую часть трубопровода. Провести испытания на ней все необходимые. Сегодня уже в ходе общения появилась идея, когда у нас дорожная сеть представлена одной лишь автотранспортной дорогой, это, конечно же, скорее всего, будет создавать неудобства, в том числе для занятий спортом. Прежде всего, тех спортсменов, которые у нас круглогодично проходят спортивные сборы в спортивном лагере «Росинка». И в этой связи вот строительство вдоль дороги такого объекта, который будет называться пешеходной дорогой и велодорогой, на мой взгляд, очень перспективно. С газом в Заволжье придет комфорт, это факт. К тому же это сделает территорию инвестиционно привлекательной для бизнеса и, само собой, туризма. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.